давайте. Так, вот мы. И буду через минуту. Сейчас. Вот. Супер. У тебя здесь полоска, давай посмотрим вот тут. Что у тебя? А, это не тот фильтр. Вот, все, отлично. Вот. И сейчас вот так, чуть еще подним. Вот. Ага. Может быть, чуть выше его поднимем? Можем. Вот так, вот, легко. Вот так. Ага. Вот так. Все. Супер. Всем привет. Мы в Алуште, в отеле Порто Маре. И сейчас на все ваши вопросы по поводу отеля, размещения, разных активностей, программ, бонусных программ вам ответит сам генеральный директор отеля Михаил Эдуардович. Так что можете задавать, а мы пока вот с детьми можем поговорить и взять у них интервью. Ариша, давай, расскажи нам, садись, и что тебе здесь нравится, почему ты очень просилась после первого посещения Порто Маре, почему тебе хотелось сюда снова приехать. Я только что пост написала про это. Ну, здесь очень много всяких занятий, поэтому тут интересно. И летом было еще больше всяких интересных активностей. Да, и жвачка даже есть. И обалденный сладкий стол, от которого мы в первый день были все в шоке. До сих пор, наверное, все в шоке. Потому что такого не делал никто. Даже в турецких отелях я такого не видела, честно. Так, что у нас еще расскажет? Левушка, расскажи, что здесь тебе нравится? Потому что здесь конфетки. Вот, видите? Детки, вы хотите еще дать свое интервью? Рассказать? Нет, не хотите? Смущается. Кто хочет рассказать, почему ему нравится? Ты хочешь рассказать? Да. Нет, здесь стесняется. Ты хочешь рассказать? Ты хочешь? Ну расскажи, Богдан, почему здесь тебе нравится? Потому что я красивый. Потому что я чудесный. Но сейчас я даю слово Михаилу Эдуардовичу. Он пришел специально на нашу встречу. Я попросила его немножко рассказать подробнее, потому что я даже еще не все знаю. Мы здесь уже несколько дней. Что за дядя? Это генеральный директор отеля Порто Маре. Да, здрасте всем. Меня зовут Михаил. И всегда рады нашим гостям, большим семьям. Вот, от семьи Ангелины мы вообще в восхищении, потому что у нас тут много детей, много семей, но мы понимаем в этом, знаем толк, вот, и понимаем, как это тяжело путешествовать, отдыхать и воспитывать детей, чтобы они были все такие, да, клевые, послушные. Вот, поэтому мы рады, что Ангелина с нами, рады, что имеем возможность пообщаться с вами. Ну и, в общем-то, мы сделали очень удобный продукт для того, чтобы приезжая, для того, кто не был у нас в отеле, я кратко буквально скажу, чтобы приезжая к нам в отель с детьми, родители по-настоящему могли с нами отдохнуть. И для этого, в общем-то, мы уже 10 лет делаем все, чтобы к нам можно было и приехать налегке, потому что все атрибуты отдыха с детьми мы предоставляем тут на месте бесплатно. Мы обеспечили круглосуточную медицинскую поддержку и для детей сделали, ну, не только детский шведский стол, еще сделали свою философию питания. Вот мы знаем, как мотивировать детей, чтобы они покушали, да, а потом знаем, как дать возможность, чтобы родители могли освободившихся детей тоже спокойно посидеть, выпить по бокалу вина и понимать, что они не только родители. Да, ну и, конечно, основное это то, что мы сделали для того, чтобы всем возрастам было интересно. Мы организовали для самых маленьких такую комнату с элементами методики Марии Монтессори для детей до 3 лет. Для них же по вечерам есть клуб с диско. Ну и каждый день мы в подарок мамам, для того, чтобы они чувствовали себя счастливыми и отдохнувшими, мы даем няню на 3 часа. Это, да, бесплатная услуга. Вот смотрите, не все приезжают с нянями, не все приезжают с бабушками. Я здесь смотрю, с мамочками общаемся в столовой, в детской комнате. Приезжает мама, например, с двумя или тремя детками. Детки небольшие, там возраст разный у всех.
Вот. Но насколько комфортно, представьте, приехала, тебе подарили 3 часа бесплатной няни. Мы сидели вот с мамочкой с одной, у нее 3 детей, все маленькие, все дошколята. 6, там что-то 1, ну, что-то около 1 года и, по-моему, 5. Вот, прямо в столовой вместе с ней сидит няня из детского клуба, смотрит там, когда она есть, потом его забирает от мамы. Ну, чтобы все это мягко, комфортно было, и все, мама пошла с теми детьми поиграть. Этих же детей постарше можно оставить здесь, в детском саду, здесь еще и бесплатно коляска. Мы даже коляску с собой не брали. Вот в прошлый раз мы приезжали сюда на автомобиле, у нас была с собой коляска, Богдан был поменьше. В этот раз мы приехали, я знала, что здесь есть коляски бесплатно абсолютно. Приходишь, выбираешь, там прям автопарк такой колясочный. И сейчас отель очень сильно заполнен, детей много, несмотря на то, что это февраль. Да, ну я чуть дополню. Просто Ангелина, она профессиональный путешественник и знает, что надо брать с собой, чтобы подстраховаться на все случаи жизни. Мы же хотим, чтобы нам ехали наоборот непрофессиональные путешественники, и поэтому мы не только... коляски. То есть мы начинали с колясок, кроваток, сейчас мы предоставляем тут на месте все, что только можно придумать. И видеоняни, и эрго-рюкзаки, и персональные пеленальные столики, персональные ходунки для тех, кто учится ходить. Вот все, что только можно придумать, мы премируем наших гостей, если они найдут, чего у нас нету. Так что у нас, как это, коляски это всего лишь это там... Мелочь. Одна сотая комфорта. Вот мы недавно были на пляже, я снимала, Богдан там лазил в лабиринте. Февраль. Захотел Богдан в туалет. Я стала бегать по пляжу, думаю, где же здесь у них туалет, если он у них работает, все-таки зима, не сезон, людей на пляже нету. То есть приходят просто прогуляться, чтобы подышать воздухом. И до чего я была удивлена, когда я зашла в туалет, а там тепло. То есть туалет полностью отапливаемый. Естественно, на там был розовый горшок, голубой горшок, подставки для унитаза, все, что необходимо. И недавно тоже одна мама на улице подбежала ко мне и говорит, вы не могли бы для нас, ребенок заснул в коляске, попросить подгузник на ресепшене? Я подошла, мне не нужен подгузник, он нужен другой маме. Я говорю, просто подошла, говорю, извините, пожалуйста, у вас есть подгузник? Они мне раз в индивидуальной упаковочке подгузник картонный. Вот, очень приятно, что так, ну, лояльно, не то, что лояльно, а вот просто со всей душой относятся к семьям с детьми. Потому что часто бывает так, что даже в подмосковный там отель приезжаешь, и вот это вот закатывание глаз, что ребенок тарелку там уронил, или шумит, или здесь этого нет, потому что здесь кругом одни дети. Вот сейчас мы в детской игровой, но время обеда, поэтому дети из детского сада ушли все в ресторан. Да, они ушли обедать, да, и мы, в общем-то, выбрали эту локацию, потому что она сейчас становится самой тихой. Да, там не только туалеты, там везде у нас есть еще комнаты матери ребенка, где можно перепеленать, где стоят стерилизаторы, подогреватели для бутылок, то есть везде, в любом месте мы позаботились о том, чтобы вы чувствовали себя спокойно, комфортно и понимали, что вы в зоне невероятного комфорта. Да, так вот, для самых маленьких мы сделали вот такую локацию, для детей постарше мы открыли вот такую игровую, то есть те дети, которые не очень хотят заниматься и которые родители хотят, чтобы они просто отдохнули, вот для них есть такое пространство. Летом все боковины тут открываются, да-да. Дети находятся внутри, но снаружи. Вот это полностью вся стена с двух сторон, она открывается, это двери, окна двери. Да, потому что мы понимаем, что все едут в Крым для того, чтобы подышать свежим воздухом, поэтому мы сделали так, чтобы ребенка можно было спокойно оставить, мы могли это контролировать, но в то же время, чтобы дети были на свежем воздухе. Да, и потом, когда мы посмотрели, насколько у нас продвинутые дети к нам приезжают, мы организовали тут... На базе нашей игровой детский сад. Потом посмотрели, что детский сад это круто, но дети очень продвинутые, поэтому мы сделали еще на базе нашего детского сада филиал детской академии наук «Солнечный круг» по методике Натальи Кулаковой. Каждый день новая тема, и без разницы, какой возраст детей, детям интересно, потому что все это проходит в игровой форме. Еще есть детский лагерь, это вообще вышка, просто самое крутое, что есть, во всяком случае, для детей школьного возраста, там с 8-9 лет детский лагерь, это... Вот у меня Арина с Дашей в прошлый раз, там с 9 лет, у Даши было только 7, несмотря на это мы попросились тоже туда, но под ответственность старшей сестры они сами передвигались по отелю.
Они приходили на поднятие флага с утра, ждали прямо очереди, ну, не в очереди, а просто ждали, когда же откроется этот детский лагерь, потому что, ну, Teens Club у нас здесь есть, и лазертаг есть, и что-то только нет. Я уже говорю, у нас как будто это наш. Ну, потому что дети так любят, и с тех пор, как мы здесь были, они зарабатывали там себе на бейсболку какие-то баллы, участвуют в играх, бандану заработали, футболку заработали. Сейчас тут тоже за каждую активность... Вот, Дарюша, ой, какая ты холодная, ты где была? Гуляла. Гуляла. А за каждую активность дают портамарики, это внутренняя валюта отеля, и потом ее можно обменять на какую-то сувенирную продукцию. Так что у детей есть всегда стимул участвовать, больше находиться на свежем воздухе, очень много активностей именно на свежем воздухе, поэтому дети приходят вот такие, как наша Даша сейчас. Вот, и, Даш, ты расскажешь, можно взять у тебя интервью, что тебе нравится в этом отеле? Поделишься с нами? Летом очень, мне кажется, весело приходить по тропе здоровья без... Без обуви, да. И ноги развиваться, и просто как бы... Полезно. Да, полезно. Да. А сейчас что тебе нравится? Вот сейчас тебе нравится, же не лето? Сейчас мне нравится, когда вот... Мне нравятся всякие игры. Вот вечером быстрее ужина. Вчера я была на аэрофотеле. Еще нам выдают портамарки, тоже мне нравится. Нравится, вот, портамарики зарабатывают. И в мафию мы играли, да. Настольных игр очень много. Да, и еще удивительным образом, из-за того, что много таких активностей, и в них во всех участвуют родители, удивительным образом сплачивается вся вот эта вот толпа людей, которые здесь находятся. То есть не просто ты там подошел, познакомился на площадке, как обычно это дома бывает, а ты именно сплачиваешься, потому что командные игры, командные мероприятия, какие-то танцы, когда все друг с другом контактируют, буквально вот держат друг друга за тело и за руки, и за ноги. Это очень, это классно. Вот чувствуешь себя как в детстве. Я сама как будто в лагере. И здорово, что есть возможность привести ребенка, грубо говоря, в лагерь, и быть рядом, находиться. И при этом не мешать ему быть счастливым ребенком, независимым от родителей. Так. Да, круто. Просто я хотел еще к этому подойти, но Поля Ангелина уже рассказала. Да, просто я тогда буду это, сокращать повествование об отеле. У нас тут еще множество внутри интересных вещей, потому что мы собрали самое новое инновационное интерактивное оборудование, интерактивные песочницы и всевозможные интерактивные столы и прочее. То есть детям тут невероятно интересно. То есть вот это пространство, оно ориентировано на детей дошкольников. Ну, а то, что сказала Ангелина, мы для детей постарше, понимая, что все с самого детства хотят быть взрослыми, мы дали им такую возможность, потому что сейчас мы наблюдаем такую тенденцию, что все дети, они такие залюбленные, родители своей мегаопекой, они дают им возможность быть свободными, почувствовать себя взрослыми. Поэтому мы сделали такое пространство, легион Портамарина, где мы, когда идут каникулы, у детей стараемся забирать их гаджеты, даем им возможность жить по-взрослому. Для детей старше 12 лет мы вообще организовали отдых в жизнь в палатках, они все делают. С ночевкой на горном озере, и они зарабатывают теперь на себе баллы. А для детей, которые помладше, от 8 до 11, они тоже хотели быть легионерами, и поэтому мы сделали отдельный отряд, где они тоже готовятся к своим маленьким походам, тоже поднимают флаги, тоже выполняют разные задания, но при этом они готовятся к, как это, к взрослой жизни в регионе. Скажите еще, что там нету абсолютно телефонов ни у кого. Да, мы забираем телефоны добровольно, вот дети складывают, вот, благодаря тому, что им интересно, они все делают своими руками. То есть дети не испытывают дискомфорт, но днем мы им на пару часов отдаем телефоны. Каждый имеет право выбора посидеть в соцсетях, позвонить друзьям там, или отдать этот телефон обратно. В общем, дети разные бывают. Во всяком случае, мы видим, какие изменения происходят с детьми, когда они к нам попадают. Ну и кроме этого всего, мы сделали для детей, потому что не надо было выходить за пределы отеля, и свой парк развлечений небольшой, свой зоопарк, где каждый день можно покататься на пони, осликах, покормить животных. Вот. И в общем, все организовали таким образом, в любом месте можно было детей отдать в наши надежные руки, нашим воспитателям, нянечкам, а родители могли тоже получить удовольствие и понимать, что они на отдыхе. Ну вот вкратце о нашей идее. Да, ну и сейчас летом
у нас невероятное количество уже даже... что Крым прикольный не только летом, но и зимой. Это правда, и зимой тут особое как бы удовольствие, потому что отдыхающих мало. И мы сделали такую программу, которая полезна всем. И папам-бизнесменам, и мамам, у которых есть дети, и которым надо отдыхать, перезагружаться. И мы нашли, в общем, схему, как сделать любому человеку за 4 дня сделать перезагрузку, да, и загрузить картинку, да, картинку счастливой жизни. То есть мы используем как бы и Крым, потому что Крым — это место силы. Мы организовали невероятный поход в место силы в городе Мержи. И уже у нас культовая процедура «Сон у моря», где наши гости ротанговый диван, и мы все застилаем белоснежным бельем, даем бокал глинтвейна или термос крымского чая. Это невероятное ощущение, это самая эффективная, лучшая антистрессовая процедура. Да, ну и клево, когда ты можешь это делать либо с детьми, либо наблюдать по видеокамерам, как твои дети отдыхают в детском саду. В детском саду. Еще что я хотела сказать, что вот мы рассматриваем на следующий год, я не знала, что здесь возможна зимовка, а теперь я поняла, что это возможно, потому что как раз задавала вопрос Михаилу, а по поводу цен. Ну, хочется, да, приехал на неделю, это понятно, там выделил бюджет, понимаешь, сколько это стоит, перелет, там, или кто-то приезжает на поезде, хотя это очень долго оказалось, из Москвы тратить время полтора, там, почти двое суток из Москвы едет поезд. Вот. И оказывается, что здесь есть бонусная такая система лояльности по ценам. И получается, что с каждого шестого дня, начиная с шестого дня, каждый день, с пятого, да?